заранее простите меня за то, что тут были черные полосы, вот здесь, по краям. Я неправильно настроил расширение, поэтому будем вот так первые дни. И простите за то, что я очень тупил много. Это норма для меня. Поэтому не обижайтесь, в общем, сильно. Я продолжаю вот проходить всякие штуки. Первый день я просто стеснялся. Вот у меня уже материал был на 15 минут. В общем-то, продолжаю играть. Скоро будет GTA Online. Не знаю точно, будет или нет. В общем-то, так. Пил. Я не умею стрелять, кстати. Руки из другого места растут у меня. Чё ж так много? В общем-то, вот. Вроде микрофон должен работать. Еще обидно будет, если он не сработал. Вот такая печаль. Вот так. Поэтому вот сижу, прохожу пролог. Сижу, прохожу пролог. Думаю, что делать, что не делать. Играть или не играть. Уже идет 21 минута чистого материала. К сожалению. Вот, вроде как пролог и подошел к концу. He's a good kid. He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. And if that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get? Скоро буду играть. Пока что на этом все. Я не хочу проходить на запись всю GTA 5, именно сюжетную линию. Поэтому все. Всем пока. И простите за первые 15 минут.